Друзья, еще один день. Малыши с лишаем. Через 7 дней уколем их повторно. Продолжаем лечение. Девочки, которым белым перевязки. Она только что сама сняла с себя повязку. Коза такая. Да, моя солнышко, ты вредная. Так, пойдем смотреть, что у нас дальше. А кто это у нас здесь гуляет, а? Так, а чего ты у меня гуляешь, солнышко? Ты как, откуда вышла? Иди сюда, своя зайка. Иди сюда. Иди, моя хорошая. Мамины. Наши обитатели. Да? Все, кто остался. Все, кто остался, друзья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вольеров с малышами. Семь вольеров с малышами. Все. Только здесь. А дальше уже никого нет. Дальше уже никого нет. Потихонечку вывозим. Потихонечку ломаем. Старичков вывезли. Ребят, здесь сломали перегородки. Железо. Все убрали. Сейчас будем скрывать поддоны, все вот эти. Убирать мусор. Работы еще много. Очень много, ребята. Сюда вложено не один год труда. Сломать все это за 3-4 дня нереально. Но мы очень стараемся. Очень стараемся, ребята. Выламываем, убираем. Я даже не подозревала, что у меня груша есть. Представляете, я реально не знала, что у меня есть груша. Она была маленькая. Вольеры ее закрыли, и я не видела. Да, ребят. Вот так идет наша жизнь. Ломаем, вывозим. Здесь собак нет. Решение суда мы выполнили, друзья. А то, что нам набросали малышей, это не наша вина. Все большие собаки вывезены полностью. Решение суда лохматой душой выполнено. Ребята, у нас новый сюрприз. Под забором новый сюрприз. Мамины. Мелкопородные. Вообще похож на тойчиков. Да, дети? Весь в блохах, зайка ты моя. Боже, боже, гляньте, что творится. Сейчас будем купать.